Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу поделиться с вами интереснейшим рецептом приготовления блинов. Я уверен, что многие даже и не знают об этом рецепте. Начинаем готовить? Поехали! Нам понадобится миска. В миску отправил сразу картофель. Здесь две картофеля. И отправляю 3 куриных яйца. Также добавляю пол чайной ложки соли. Также понадобится примерно 2 столовые ложки растительного масла. И взбиваем все это блендером. Взбил до однородного состояния и добавляю 250 мл молока. Хорошенечко перемешиваем еще раз. Уже использую венчик. Добавляю зелень, у меня свежемороженая петрушка. И также добавляю свежемороженый зеленый лук. И примерно 3-4 столовые ложки муки. И хорошенечко перемешиваю. У меня ушло примерно 100-140 грамм муки. Я хорошенечко перемешал. Оставляем теперь отдыхать на 10 минут, а потом начнем жарить. Разогрели сковородку и отправляем первую порцию в сковородку. Прожариваем с каждой стороны примерно по 2 минуты. Первый готов. Не знаю, как вам, а мне нравятся просто блины со сметаной, друзья. Это так вкусно. Ух. Такие блины получаются очень ароматные, питательные и очень вкусные. Друзья, готовьте вместе со мной. Кому понравилось, конечно же, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями, не забываем комментировать. Я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.